Что, всё. Давайте ты первая. Держись. А то не надо смотреть фильмы ужасов. А я все не смотрю, я просто фигню. И вообще мне ничего. Та же фигня, мы когда с Алинкой катались, блин. И я была. Ветер поняла. И я была, и я была. Прикинеться в колесе, хоть эту красу, что была. Оля! Блинка? Неудобно появиться. Что такой маленький, мелкий все ты? Ну да, паучки. Паучки? Пришли, что же зависло? Сейчас приедем домой. Можно расслабить. Да, это именно под поднятие вверх. Это... Что значит не расслабиться, а напрягаться зачем? Ноги поставь нормально. Наверное, безопасно. Как весело на колесе. А потом пойдем. Страшно, а кому весело? И не весело. Вот так. Но мне нравится. А бабка она внизу вату жует. Сладко. И я хотела вату. Все? Слушай, не первый раз катаюсь, а все равно стрёмно. Если бы ты еще натрендила своим языком длинным, так же сам смах. Нет, не первый раз я катался на колесе по зрению, и там было три круга мы делали. Это было в парке Горького в Москве. Ну, очередь была, я не знаю, как сюда до тех ворот. Ну да, тут что, круг сделал и пошел, а там по три круга. Ну, типа, это веревочка спасла нас. Что не посыпала? Я бы на таком уровне бы сила не хватит. Смотри. Открывай. О, все мои любимые паровозики. Сядь. Отпускай. Я уже перехватила. Какие колеса тут? Я бы проехала, чтобы я стала нормально. Очень смешно. Очень смешно, если сейчас я буду сверху.